С наступлением весны снег сходит быстро, и дорожное покрытие с каждым новым днем преподносит сюрпризы горожанам. Образовались и ямы, и выбоины. По главным улицам города автомобилисты передвигаются на малых скоростях, объезжая проблемные участки. Но с каждым днем их становится все больше, а вот оперативных ремонтных работ жители пока не наблюдают. С приходом весны растаял не только снег, но и часть дорожного полотна. Водители вынуждены выезжать на встречную полосу, тем самым создавая аварийную ситуацию на дороге. Центральные улицы стали выглядеть словно после бомбежки. Машины то и дело притормаживают, чтобы пропустить встречную полосу, а потом объехать глубокую яму. Но у водителей это получается с трудом, так как, объезжая одну, колеса падают в другую. Неоднократно горожане жалуются на такую проезжую часть. Есть и те, кто к дорожным работникам относится с пониманием. Как говорится, дело времени. Ну, самый не очень дорогой хороший, это вот, я думаю, Пушкина сейчас, в данный момент. Вот. Ну, а так, в целом в городе вроде начали латать Советскую там, но в районе Дубника не очень хорошие там ямы. Ну, если, конечно, на крузаке двигаться. Для выявления проблемных участков организовали рейды сотрудниками управления ГИБДД, а активисты-рассказовцы отстаивают свое право на хорошие дороги. Проезжая часть словно после войны. Водители пытаются хоть как-то уберечь свой автомобиль, объезжая по встречке или обочине, но не всегда таким образом можно уберечь свой транспорт. Поток машин бывает большим, и объехать уже не удается. Объявлены торги на ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог: улица Пушкина, Куйбышева, Куйбышевский проезд, улица Лесная, Фабричный проезд, улица Пролетарская, Тимирязева. Это вот у вас основные дороги, по которым общественный транспорт ходит и все транзитные движения. Вот, общая стоимость работ составит 999 тысяч по этим перечисленным объектам. Площадь ремонта 950 метров квадратных. Естественно, это не общая протяженность, а вот отдельными местами, вот локальными. Предположительно, ремонтные работы на дорогах начнутся в начале апреля и закончатся к 1 мая. Остается лишь только ждать, когда дорожное покрытие станет ровным. Алена Миронова, Никита Желтов, новости ТВ Рассказово.